Никакого. Анзор Масхадов приехал в Тбилиси на конференцию, которая была посвящена проблемам Кавказа. Среди участников конференции много жителей Северного Кавказа и представителей различных диаспор. Для Анзора особенно важно пообщаться с ними и услышать их мнение о событиях, происходящих в этом регионе. После конференции Анзора ожидает небольшой сюрприз. Встретиться с ним пришли сын первого президента Чечни Деги Дудаев и сын первого президента Грузии Георгий Гамсахурдия. Сыновья президентов до этого не раз встречались друг с другом, но втроем не собирались никогда. Втроем мы так не встречались вроде, да. Да, у меня с Деги так целое детство вместе провели, но... Вам легче, вы рядом. Да, а ты в Норвегии, но... Сейчас, спустя почти 20 лет, они вспоминают то тяжелое время, когда находились рядом со своими отцами. И Жахар, и Аслан ничего не забывали. Один раз я припомнил что-то Жахару, я помню, вот во время вот этих самых периодов, во время войны точнее, да. И один раз он, ну, ничего не сказал, и второй раз, короче, резко говорит, короче, да ты что, я ничего не забываю, что ты меня постоянно припоминаешь. Не надо мне напоминать ничего, я все отлично помню, короче, говорит. Но тогда мы с тобой были маленькие, даже внимания не обращали серьезное на эти мелкие вещи, а он все в деталях помнит. И что я помню во время войны, да, вот Аслана перехватить, это была вообще проблема. Что-то вот такие житейские проблемы там у ребят же у нас были там во время войны, что-то там, ну, все-таки начальник генштаба, да. И живые очереди стояли. Нет, сперва я буду с Асланом разговаривать про мою тему. Он как заведующий хозяйством был, короче. Георгий это нужно, Салману это нужно, Махди это нужно, короче, Хункарпаше это.